Привет, дорогие друзья, сегодня мы... Ах! Не, просто лучшее начало для ролика. И сегодня мы поиграем в... Insurgency Modern Infantry Combat. Так, нужно вот эту базу противника. О, КСУ, отлично. Не, меня это бесить начинает. Так, ты здесь тоже? Ну ладно. Опять. Снайпера тоже грохнули. Там сверху шмаляет, поэтому я пойду с этого входа. А тут тупик, и мне придется лететь на пролом. Сейчас аккуратненько. Ага, попался гад вонючий. Спину прострелю, понял меня? Ох, блин. Урод, гранату бросает, гранату! Стоять. О, блин, я вначале подумал, что это свой был. А, я, значит, этого тоже убил. И ты вот просто стоял и смотрел, да? Нет, ну это, наверное, не так, конечно же. Такс, аккуратненько проверяемся на ихнюю базу, если мне это удастся. А я. Блин, аккуратно. Ой. Блин, я вначале так, блин, плохо то, что на пистолет поменял случайно. Я хотел пулемет вставить, а в итоге поменял на пистолет. Капец. А, нет, я могу стрелять. Потому что я не могу стрелять больше пока. Эти снайперы. Не, ну для этой игры это вообще рекордно онлайн. Три на три, капец, еще никогда такого не было. Хотя, в смысле, никогда не было, когда в эту игру играли, блин. Я опять хотела стоять пулемет, но получилось как всегда. Ты что сидишь? Иди туда. Ой, блин, чудо выстрело. А, еще один подключился. Все, но это уже просто офигеть, блин. Не, ну лучше пусть он за американцев зайдет, наверное. Потому что мне кажется, нравится, когда в одной в твоей команде слишком много игроков. Ай. На этот раз я, слава богу, не буду менять. Ай. Блин, была бы у меня граната. У меня ее нет. Гад, скотина такая, я тебя найду, понял меня? Я его должен... Захватываем пока что. Ай, чуть не попал он. Я не понимаю, откуда он шмаляет? Ай, ай! Да я свой, дебил! Меня свой стреляет. Блин, в меня мой же снайпер... стрелял. А, все, захватили. Так, здесь кто-нибудь? Я здесь пока что никого нет. Ох, блин, они походу по этим стреляют. Стоп, а это что за башка? Или мне показалось? Не башка. Да нет, снайперы какие-то разве такие звуки были? Так, не понял, что стало. А, ну, новый раунд. Так, ну на этот раз я за американцев, да? А, ну да. Ну вот, в общем-то, тут у меня... Ай, я... Вообще не понимаю, ну чё они нападают на меня? Не, ну слава богу, что на эмке можно прицел поставить.
это, блин, так хорошо. Ай! Это что сейчас было? Я случайно отключился от сервера. Но вы помните, что было в последний раз. Так, у меня есть дымы. Я, наверное, бросаю пока что дымы. Так-с. И... сейчас. А, наш один дым. Что стало? Ой-ой-ой. Вот это я понимаю, дым, блин. Какая-то черная туча и все. Так-с. Ух, нифига себе. Так, минус один. Капецок. Там оказался. О, тут еще один? А, нет. Это бедный наш. Такс. Ой-ой-ой. Ай, блин. Это что сейчас было? Такс. Так, я думаю, нужно кинуть глину. Ах, блин, ах, блин. Я одно и то же. Ай-яй-яй-яй-яй! Welcome to hell. Минное поле. Осторожно, минное поле. А как... А тут типа реально сейчас взрываться будет, если я пойду? Интересненько. Опа, вот здесь вот надо кинуть. Так, ай-яй-яй! Гад. Так, он там где-то. Показалось. Не, ну он там был, я помню. Жаль, я вот так вот в таком режиме. Так, тихо, я его... Блин. Показалось. Ух. Не, блин, ну вот так вот полностью уходить, это фигово, конечно. Если я сейчас пробегу, то он, скорее всего, прошмаляет меня. Это не вариант, потому что я вижу то, что он... Хотя, может быть, попробовать? Нет, ну это вряд ли что-то хорошее из этого выйдет, но... Маленькое расстояние. Раз, два, три. Погнали. Ай, блин! Нет! Нет! Есть. Ой! Угу. Погнали. Чуть не убили. Это было жестко. Сейчас был жесткий момент. Ой, ой, да блин! Я опять забыл, как лечь. Ай-яй-яй-яй. Да тихо. Теперь он будет следить. Пожалуй. Угу. Тут идет. Так, у нас что? Ни одного пулеметчика нету? Что ли? Вот это вон там. Хоть мне показалось. Вон там кто-то сидит. Давай, чувак. Аккуратненько. Есть, есть. Так, тихо. Тихо. Раз, два, три. Так, минус. Аккуратненько. Так, а теперь минус. Опа. Так, я на шкалаш подобрал. Либо на той стороне никого не валялось же. Ну ладно, это мы, наверное, и...
меня это бесит. А на этом мы, наверное, закончим. Не, ну у Эмки вообще нет отдачи. Не понимаю, зачем на нее рукоять ставить вообще. Вот у РПК или М200. Вот у М249 вообще, ну, отдача жесткая. С него очень жестко стрелять. Так, сейчас зайдем. А, это я его убил. Давайте-ка возьмем. Не понял. Ты! Куда из... Куда винтовка делась? Только что СВД лежал. Понял. Где СВД? Ай. Да. А, это конец карты. Нет. Куда ты стреляешь? Ну, наверное, на этом мы закончим. А, нет, не конец карты. Не понял, а почему там не получилось пройти? Ну, а на этом мы, наверное, закончим наш видос. Вот. Есть. Все-таки я их нашел. Ну, а на этом я... Мы... Нет! Так, не понял. Что сделаешь? Ух, нифига! У него что там, ТОЗ? Походу, у него дробаш этот ТОЗ. Ай, зачем я это сделал? Ну, а на этом мы, наверное, закончим наш видос. Типа, ну и, в общем-то, всем пока.